Если взять современность, смешать ее с практичностью, добавить щепотку удобства, подлить немного великолепного дизайна, поставить это на огонь приятной цены и подождать, то получится Bubago Model 2. Демисезонная коляска, выполненная исходя из многочисленных требований огромного количества вас, будущее и настоящие родители. А это ее обзор. Поехали! Любую коляску нужно не только возить, но и носить. И этот факт удручает. Но мы облегчили для вас этот процесс, оснастив Модель 2 современной системой складывания одной рукой. В сложенном виде коляска становится невероятно компактной и удобной для переноски. Цвета. Как вы уже успели заметить, палитра Модель 2 – это 5 цветов. При выборе каждого была проделана огромная работа. Каждый цвет стал итоговым не просто так. Поэтому мы уверены, что вы точно найдете среди них подходящий. В чем еще мы уверены? Так это в улыбке каждого будущего владельца Модель 2, увидев ее комплектацию. Итак, сумка для мамы. Это не просто сумка, а трансформер, который оценит любая хозяйка. Помимо основных задач, ее можно использовать как пеленальный матрасик. Затем дожди. Их никто не отменял, поэтому дождевик также будет ждать вас в комплекте. Если мы заглянем вниз подножки, то увидим карман, в котором очень удобным способом расположилась москитная сетка. Она есть, она расположена максимально удобно, и потерять ее не представляется возможным. Ну и как же без кружки латте на прогулке? Ответ прост – никак. Поэтому про подстаканник мы тоже не забыли. Отдельная история – это капюшон. Начнем с того, что он действительно глубокий. А если этого недостаточно, то есть дополнительная секция. Прочь палящее солнце и плохая погода. С такими условиями они для вашего малыша не страшны. Кстати, если кто-то сейчас засомневался, что малыша не будет видно за таким капюшоном, то мы заранее этот момент учли. Поэтому в нем есть окошко. Кроме плохих погодных условий, есть еще и очень хорошие. Правда, это не всегда означает комфорт для ребенка, но Модель 2 приспособлена даже для таких самых жарких дней. Все благодаря задней стенке. Она полностью открывается для проветривания, а встроенная в нее москитная сетка помогает циркулировать воздух. Вот прям то, что надо. Правда? Безопасность. Не перестанем говорить, насколько важен этот фактор. Я бы сказал, самый важный фактор. Поэтому Модель 2, как и любая наша коляска, в плане безопасности заряжена на все 100. Пятиточечная система ремней. Удобный лястик против сползания. Светоотражающая полоса на бампере и крыше. Механическая регулировка спинки от сидячего до полностью горизонтального положения. А также полностью съемный передний бампер. Кстати, чуть не забыл вам рассказать о комплектном чехле на ножке малыша. Он на молнии посередине. Вы только представьте, это позволит вам не снимать его полностью. Просто расстегнули молнию, посадили или же достали малыша. Ну или расстегнули, если малышу станет жарко. В общем, тут полностью предоставим все вашей фантазии. Поэтому расскажу про удобство именно для родителей. Итак, подножка из эко-кожи, которая расположена на уровне обуви малыша, благодаря чему она не будет вымазываться. Такая же эко-кожа на родительской ручке. Затем просто сказка, а не корзина. Кроме того, что она максимально вместительная, так еще и с доступом в нее при положении спинки лежа. Благодаря чему вы не побеспокоите малыша, когда он спит. Но и мы просто обязаны рассказать про колеса. Ведь это демисезонная коляска, а колеса в ней играют не последнюю роль. Итак, диаметр передних 16 сантиметров, задних 20, при том, что амортизация стоит на всех 4 колесах. Передние колеса поворотные, но и с возможностью установки только прямого хода.
Сложив все конструктивные возможности рамы и колес, могу с уверенностью заявить, что модель 2 – это по-настоящему маневренная и удобная в управлении коляска, от которой можно получать не только пользу, но и истинное удовольствие. Остался последний нерешенный вопрос. Стоимость. Хотите, озвучу ее? Вы лучше сами гляньте по ссылке в описании.